Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Буква «Ч» в имени дает способность постепенно, но уверенно добиваться своей цели. Магическое число этого человека – 1. В нумерологии имени при определении индивидуальных черт характера указывает на самостоятельность и независимость человека. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Звук «Ч» в имени благоприятно воздействует на подсознание. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнером. И это настоящие первопроходцы. Смелые, неординарно мыслящие, понятливые, собранные, честные и целеустремленные. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Они целеустремленны и привыкли добиваться своего последовательно и неторопливо, оказывать помощь нуждающимся бескорыстно и исключительно из добрых намерений. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Такие люди выделяются среди окружающих своей подвижностью и энергичностью. Они полны жизненных сил и энтузиазма. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.